Здравствуйте, я Санья Тимасова, владелица модельного агентства «Статус». На уроках дефиле я буду обучать участниц дефилировать, преподносить себя, любить себя такими, какие мы есть. Ведь в обществе бытует глупый стереотип, что девушка, женщина должна быть худой-худой. Нет, это не так. Женщина должна быть в первую очередь красивой, любимой и счастливой. Ну и, конечно же, с пышными формами. Нужно научиться правильно себя преподносить, скрывать свои недостатки и подчеркивать свои достоинства. Я думаю, что вместе мы достигнем этой цели. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Хисматуллина Фаниса Фаритовна. Мне на сегодняшний день 57 лет. Проблема со здоровьем и стройностью. Знаете, как бы вам сказать, начинаешь комплексоваться. Хочется быть молодой и стройной, глядя на вас, на молодых. Не хочется отставать. И когда есть взрослая дочь, хочется как бы подражать. И когда идешь в магазин и думаешь так вот, хочется что-то, а размерчик уже, увы, не 46, а 56. И задумываешься, а нужно ли это мне? Хочется дойти до 46-го? Да хотела бы хотя бы до 50-го на первое время. А пробовали когда-то сделать это самостоятельно? Были какие-то вот успехи, знаете, или наоборот были неудачи? Были у меня успехи, когда я родила дочь, в общем-то, после вторых. Меня одно время очень сильно понесло. То есть на гормональном фоне было нарушение, я резко набрала вес. Вот тогда я ходила на курсы молодильного яблока, вы знаете, у Карефьева профессора. То есть психологически тут настрой был, была депрессия страшнейшая. И я, в общем-то, на эти курсы сбросила хорошо. Потом Оль, мне кажется, участница очень такая на позитиве у нас сегодня. И когда человек уверен в себе, да, и четко ставит какую-то цель, как думаешь, это вот это ближайший путь, да, кратчайший это путь? Очень хорошо, что мне сейчас понравилось, то, что человек не жалуется на то, что вокруг нет поддержки, и не говорит о том, что он пришел за волшебным пинком. Очень часто я слышу такое выражение. Вопрос такой. Что изменится, когда вы похудеете? Изменится многое. Во-первых, смогу ходить, как все, на высоких каблуках. Я любитель шпилек. Вот для меня сейчас больной вопрос, что я не могу одеть шпильки. У меня появился артроз. Стало высокое давление. То есть начались бои с организмом. То есть организм сам кричит «помоги», а силы воли у самой не хватает в какой-то степени. И надо, знаете, вот сама себе, это не буду, то не буду. А потом я это сорвусь. А когда ты в команде, то есть позитив такой, что хочется подражать, хочется быть в первых, я вообще лидер сама по себе, и не захочется отставать. Вот ну, вы знаете, стимул. Исходя из опыта предыдущих сезонов, команда все-таки очень помогает. Вот у нас Санья, одна из победительниц третьего сезона, наверное, подтвердит мои слова, да, что когда рядом окружающие, скажем так, соперницы, хочется всегда кого-то обогнать и достигнуть каких-то наилучших результатов. Мне вот понравилась ваша фраза, я вот тоже с такой же проблемой пришла, что охота одевать красивое платье, но, к сожалению, в магазинах предлагают только какие-то вот, ну, мешки. Да, то есть, и страшно. Вот, а охота ведь быть красивой, я думаю, что у вас все получится, вы будете, придя в магазин, просто-напросто выбирать, что вы. Не только в платьях, есть еще лето и купальники. Скажите, а семья поддерживает ваше начинание? Семья 100%. То есть, если муж говорит, что я всю жизнь построена, тут меня поперло, как говорится. И он мне, я говорю, знаешь, я иногда сама себе говорю, ну, стала как порося. А он мне говорит, а кто тебе мешает похудеть? У мужа есть лишний вес? А? Нет, у меня муж стройный. Контраст, да, у меня дочь стройная, знаете, я на фоне семьи такой, когда приходим куда-то, мне говорят, ну, сразу видно, кто в семье питается, остальные голодают. Я говорю, ну, зачем я буду делиться? Ну, знаете, все приходится оборачивать шубку. Какой ваш вес на сегодняшний день? Страшно, 94. Ну, не все так страшно, на самом деле, у нас были более серьезные результаты. 97, да. Я пришла. И 100 с лишним было, поэтому не переживайте, 94. Я очень долго наблюдала за вашим шоу, какой-то реалити. Много поглядывала, у меня семья уже включилась, то есть все на эту передачу. Все, остальные каналы все смотрят. Ну, то есть муж не говорит так. Мне кажется, мужчины делятся на две категории. Одни говорят, да, иди, будь там идеальный, подкачайся, похудей, похорошей. А другие говорят, да все хорошо, я тебя и такую люблю, кушай, кушай, милая, вот тебе пирожки, нет? У меня муж и говорит,
Я, знаете, даже на днях, так, знаете, так сильно захотела что-то сладкого, полезла мармеладом. Он мне говорит, руки убери, куда тянешься. Время уже, говорит, 9. Ты сказала, что ты после 7 не ешь. Ну, я думаю, что группа это поддержки отличная. Она уже есть. Они мне говорят, мы тебе отдельный холодильник купим. Все, супер. Скажите мне, пожалуйста, ваш желаемый вес? Мой желаемый? Хотя бы 70. Хотя бы 70. Хотя бы. На первое время 70. Ну, мне сейчас, девочки, смысл, вообще желание скинуть 15. Если ой, я думаю, на 15 это вообще килограмм. Не проблема для нашего проекта. А вообще, возможно, хотелось мы бы скинуть килограмм 30-35. Желание вот такое. Но, вернуться в прежние габариты, как я говорю. Я открою маленькую тайну. Я с вами продолжу работу даже по завершению проекта. Поэтому от вас будет зависеть, снизите вы минус 30 или нет. Ну, я думаю, 70 очень-очень реально. Самое я то, думаю, что это меня шифонер поделен до полноты и сейчас на толстую. Желание есть вот те платья одеть, которые были? Я их достаю, смотрю опять. У меня племянница печатник. Ну, ты же не ночь, я говорю, ничего подобного. С каждой недели вы будете открывать уже новую половину шкафа и понимать, что вот это платье сегодня я уже могу одеть. На нашем проекте за первый месяц вы сможете увидеть результат от 4 до 12 килограмм. Все будет зависеть от вас. У меня к вам такая просьба. Перед вами была участница Ирина. Пожелайте ей что-нибудь. Я хочу пожелать удачи, здоровья. Ну, как каждой женщине, быть счастливой. Спасибо огромное. Меня зовут Мещевич Таня, я являюсь хореографом танцевальной студии United Project Crew. Наша студия существует уже 4 года, и там побывало около 2500 человек. К нам ходят дети возрастом от 3 лет и заканчивая самыми старшими возрастами. У нас есть в студии не только танцевальные направления, но и оздоровительные. Наши ученики занимают призовые места на танцевальных соревнованиях. Это как и всероссийские, и международные. Они являются чемпионами Башкирии, чемпионами России. Также у нас хореографы участвуют в телевизионных проектах, в телевизионных передачах. Наши хореографы являются очень авторитетными и имеют статус в своих кругах. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Алевтина. Мне 60 лет. Хочу подтянуться, привести себя в порядок в идеальный, встать на каблучки, поправить здоровье. Сколько лет не стояли на каблуках? Сколько не стояла, уже лет 8. То есть мешает лишний вес или какие-то еще проблемы? Да нет, наверное, суставчики в основном. Я думаю, что в этой программе я поправлю и суставы, наверное, здоровье, правда? Это правда. А у меня такой вопрос, Алевтина. Если бы суставы не болели, стали бы снижать вес? Да, конечно. Хочется надеть нарядное платье, открыть декольте и встать на каблучки. Я, глядя вашу анкету, вижу, что вы смотрите телеканал MTelevision, соответственно, наблюдали за участницами предыдущего сезона проекта. Болели за кого-то? Ну, конкретно я отдельно не болела за человека, а болела за всех. И за тех именно, кто прошел, дошел до финала, и за победителей. Как думаете, вот такая игра в команде, она помогает и поможет ли она вот вам лично? Потому что все-таки соревновательный эффект, он как-то очень стимулирует. Конечно, даже очень поможет, я думаю. Вы знаете, в команде, по последним исследованиям, люди худеют в 8 раз быстрее, нежели в одиночку. Поэтому, я думаю, вы очень быстро добьетесь своего результата. И я надеюсь, что вы станете примером для своих близких. У меня к вам просьба. Перед вами была участница, ее зовут Фаниса. Пожелайте ей от себя какие-то добрые слова, быть может, на этом телепроекте. Конечно, здоровья, счастья. Вот, и пусть сбудутся все ее мечты и желания. Отличное пожелание, поскольку проект называется «Стройные и счастливые», то всем участницам и вам, дорогие телезрители, мы, конечно же, желаем быть стройными и счастливыми. Спасибо огромное. Спасибо. Здравствуйте, я Кристина Бешарова. Я косметолог пятого сезона проекта «Стройные и счастливые». В этом сезоне я хочу научить девушек быть неотразимыми в любой ситуации, а также научить делать экспресс-процедуры «Идеальное лицо» на выход всего за 15 минут. Я люблю делать девушек красивыми и счастливыми, и меня это вдохновляет. И в этом сезоне я раскрою все свои секреты.